400. Нету, да? А это слева что? Это светофор. А, светофор. А, я вижу что-то похожее на это, да. Рыбный мир. Рыбный, это обычный. Это как форель в ленте, что-то 800 рублей мы сегодня были. Да, здесь 589. Мойва 249, да. Ёршики. А, а, не за штуку, да? А, не, вот пока там я беру. Надо будет в это, в отпуск ехать, взять ёршика. Да, видите, Олегу. Покатай. Давай. Я всегда привык, как не изменил. Чего это такое цвета поноса? Ужас, что это такое? Хозяйственное мыло, офигеть. Нет, хреново. Да ужас, знаешь, какой он страшный. Да один цвет чего стоит. Чистые трубы. Цветущий сад, кондиционер для белья. Давала. А, ну-ну-ну. Да. Как модно вот такие вот. Бокалы? Да, чуть мороженое там. А, да, да, я хотел сказать, мы же не пьем каждый день вино. Да, да, приятно с таких покушать. А это что? Можно в духовке? Форма для запекания. 323 рубля. Вот это вот. Ну, красивенькая, да. Вот это черное мыло. Слушай, я возьму с собой в отпуск. Где оно? Вот оно, да? Мыло для бани, для ухода. Оно все для... Да, оно для... А это? Мыло для бани черное. Это разновидности разные. А я вот так выбрала. Слушай, ну мне понравилось. Мне оно так классно это мылится и промывает. Я не помню, какое. Ну, точно вот у меня не такое. У меня, наверное, вот такое. Оно вообще классное. Я теперь только бушку таким мою. Но. Телеку разделю по краям. Сковородка. Ух, такая. А, это гриль. Нифига, блин, убить можно человека. Вовнянка. Это что такое? А, это типа для орешков, для филе. Ну, тут только место занимать, да. Вишня на столе. Ежедневки или... Нет. Ну, а, такие, на, знаете, дешевки. А, Белла. Ну, тоже не нормально. Нормально, да. Прокладки есть, так что да, приходите и берите. Он ежедневки. Сколько стоят они? Ежедневки. 42 рубля. 42 рубля. Ну, корзина для белья, наверное. 396 рублей. Расправляешь, короче, ее? А ну-ка. И чистили. Например, поставили, но можно чистить. Ну, там что-нибудь. Я поняла. Или сушить. И сколько она стоит? 109 рублей. Слушай, давай возьму такую штучку. Да, но даже положил что-то, рыба та же вот это, стекает, да, там. Да. Прикольно, да, возьму. Так он, я люблю всякие такие гаджеты. Гад вот же ты. Это Ларисина болезнь. Контейнера. 53 рубля. Видишь, вместе с доской. Да, да, да. Постирал. Стиральная машинка прилагается. В комплекте. А это, знаешь, тоже прикольная штука. Ну, короче, такая вот. И чё? Ну, типа раковина? Типа доска. Ну, типа ты порезала, например. А. И там это. А, если много порезала, удлинила ее, да? Не, и можно, короче, как мыть там продукт. А. И как доска можно. Все только не придумаю. Ну, короче, хрен, ну прикольно, да? Сувенирная доска, 123 рубля. Наши любимые. О, прикинь. Нифига, и тут появились. Бусь, если я возьму. Бери, мне тоже возьми такую. Да, да, да. Дай-ка посмотрим точно. Точно они же, да, с этими? Да, даже с этими замочками, нифига. Смотри, замораживать сейчас. Но я возьму две штуки. Я вообще больная на этих штуках. Ну, и мне возьми одну штучку. Я смотрю, дощечки на подарок. Ну, в отпуск поедем, может, кому-то подарить. 123 рубля, три предмета, подставочки. Ну, честные штуки. Там два вида их. Нет, здесь одинаково, а здесь еще другой вид. У меня, не знаю, ты какие. Ты подарок не пришла. Ну, все равно же это. Ну, пакетик для заморозки возьми, самое то. Так, ты... ладно, оставляем, пойдем сюда. А, там, где нельзя с телегой. Не, можно. А, можно? А то где-то было написано, что нельзя, я видела. Морской коктейль, 152. Хрен у меня есть, хрен, да, свой. Еще не доела. А вы кто такие? Горбуша холодного копчения.
сеть филе красная рыбка. А что это, слабосоленая? Покрасили в красный цвет, что ли? Где лорик делась? Вон она. Вон она. Колбаса аж прогибает в полке. Бекон, бекон, бекон. Сыр. Творожный царь. Обычно, да, ты что такое вкусненькое взяла? Да это на суп не сырный, я беру. Ты сырный суп делаешь, короче, Это что? Это обычный сыр. Сыр. Типа. Пластиночки, да? Да, да, на бутерброды, да, такой. Нет, я возьму такое. Пластиночку. А ты смотри, разные такие. А с чем-то? Нет, я, мне, нет, я просто сливочный. Ветчиной. Не, я просто обычный хочу. Стаком, я хочу стаком. Смотри, здесь. А, вот полочки. А, тоже прикольно, это как у нас эти синенькие, да? 444, этажерка. Это куда, их холодильник, что ли? Ой, а зачем вот эти штучки? Я не знаю, что-то как-то непонятно. А, это друг на друга ставить. А, поняла, да. Это в своем доме, да, такие хорошо в погребе хранить? Там-то куда вот такая фигня? А я под стул ставлю. Ну, у меня есть, не нападу. Это что такое там? Интересное. А, это чистить, короче. А, вещи чистить. Лариса. Испытать, да-да-да. Она потом очищается. А, сама очищается как-то. А, их раньше что-то наподобие в интернете рекламировали, что типа такая. Ой, еще. А, вас внутри. Слушай, прикольно. Слушай, сколько она стоит? 230 рублей такая. Чистит, слушай. Слушай, а вот наполнитесь, что ли? Да. Офигеть. Ну, да, ну, сколько? Даже, знаешь, за моей работой там есть строймикс, короче. Он там покупает для кошелька. Да ты чё? Деревянный. Там за твоей работой, там, где мы метизы? Да. Мы с Колей туда. Ну, он туда берет деревянный. Кошелька, надо мне с Колей, чтобы чё, тащить буду 12 килограмм. Это вообще для свиней милое дело. Я вообще думала, дешевле, чем в ленте. Поменьше. Вон маленький, да. Я думала, дешевле, чем в ленте, нету. Нет, я тебе еще тогда давно помню. Я уже забыла. Блин, какой классный. Маленький. Маленький хороший. Да, да, да. Считай бесплатно. 176 рублей. Блин, офигеть. Наполнитель для кошелька. Вот 48 рублей тоже. Но 5 литров. Это вот этот мелень. А, он типа песка. Да, такой мелкий-мелкий. Да. Пеленки. 200 рублей для животных. О, я говорю, это что? Здесь. Ну, заниматься. Для зарядки. А и что ты думаешь, два раза позанимался и главное купить коврик. Главное, чтобы... Да-да-да, чтобы было. Чтобы было. Вот тебе табуретки, не хочешь на кухню? О, кожаный. Ну, тысяча, всего лишь тысяча. Да, да, все, страхолюдина. А это есть, лепить, да? А, это на кафель, наверное, да, или на куда-нибудь? А, или просто на стены, наверное, да, типа панель ПВХ. Столик журнальный, 1000 рублей. Ковры. О, нитки. Персидские. Блин, нитки, цвет такой страшный, конечно. Он какой-то, знаешь, он как грязный. Вот были бы желтые, я бы на цыпленков купила бы. А что, оранжевый тоже прикольный цвет получится, мне кажется. А мне кажется грязным, не? Ну, давай возьмем один моточек и попробуем. Да хрена, но он большой, да. Розовый есть еще. Возьмем из глубины. Да, где почище. Из глубины. Желтый цвет. Во глубине сибирских руд. Да, по цвету печень свиная. Печень свиная. А, вон. Медальон из индейки. Крыло, крыло. Это что такое? А, универсальная для блюд. Кнока. Ну, возьми мне приправку, у меня там мало осталось. Для вкусноты. Тюлька. А вот так вот получается Юлька неразделанная. А куплю-ка я, папа посмеется. Я потом дома расскажу про эту тюльку. Нас угощали, мы были в гостях. Это знаешь кто? Зеленая. Вот они покупали в светофоре. Зеленая. Как же она называется? Короче, если увидишь что-то варенье зеленое в банке, то оно мне надо. Я не помню, как называется. Нет, вкусно это. Я не помню. На, это я папе купила. Это для прикола потом.
Да, девочкам ничего... А, фихуя, вот. Девочкам ничего не надо, да? А, каким девочкам? Нам, да, нам, не нам. А, мы все... Не, да, пришли. А так, Лариса со списком, блин. Ну. Где твой список? Не знаю. Не знаю? Суворовская касса? Шино. Да, мы тут везде. Мы тоже иногда не знаем. Да. Ризла к шнутам. Я люблю попробую. Я тоже люблю, у меня сейчас есть запас. Окунь 257. Кто это? А, рыбейни. Это ты ее так обозвала? Зубатка синяя, 209. А я сегодня зубатку по 800 покупала. Это кто? Филе стрелозубого. Что за стрелозубый? Палку. И сколько стоит, интересно, ради интересу? 442 рубля. Я такого не знаю, я с ним не знакома. Кальмар тушка 287. Форель. Блин, тут форель дешевле, чем в ленте. А, вот эти вот такие мы с тобой брали, вот они. Фрутоняня. А вот поменьше. И мне надо именно яблочное, это мясное. А мне... О, мне цыпленок. У меня такое есть. О, мне такое надо, яблоко. Я полезла. Я сюда, мне надо распаковать, мне мало одной. Ку-ку, я здесь. Я упаковку такую покупала. Я уже все, залезла. Пи-бип. Я крысом беру. А вот смотри, тоже неплохая. Вот яблоко, няня. Груша, маме. Ну вот я родителям надо, давай еще парочку таких сразу. Они в кашу добавляют себе. И смотри, с чем. Яблоко, банан, груша. Банан, груша, мультизлак. Да, пусть будет. Чуреки хочу, да, мне так понравилось. Это на любителя. Вот у меня девчонка тоже света. Она меня на них и навела. Печенье сдобное, солнечные фрукты. С малиновой начинкой. Вот такие вот Коле понравятся. Я вот эти возьму. А ни с чем, не со сгущенкой? Блин, я тоже такие люблю. Ну так гри. Ну давай. Вместо вот этой хрени. Вместо чуреков? Нет, чуреки. Так ты чуреки ела? Ела. Ела. А вот это я не знаю, да. Пусть ладно. Это я не брала тоже. Будем брать испробованное. Эти я брала, но они мне уже не доели. Наелась. Ну да, что-то ешь одно, ну покупаешь, нравится, а потом раз и все как отрезает. Такие не люблю, я другие немножко люблю. И червяков люблю твоих. В машине их можно пожелать. Так, все, я пошла. Давай ключи. 191. А, это чай. Говорят, невкусные чаи вот эти. Набор. Это что? Кофе, капучино. Вот это, наверное, 104 рубля. Или другой какой-то. Вот кофе какой-то гранулированный. А, вот он, 76 рублей пачка. Так, Лорик что-то тащит. Ну вот попробуешь. Будем на тебе испытывать. Все. Выручку сделали магазину. Я тоже нанесу. А гренки такие. Какие-то они не очень. Ну, невзрачные. Уже остатки, наверное. Кабачки такие дорогущие сейчас вообще. А почем кабачки? Сколько? 200 сколько? 290. Спасибо. Улитки обойдутся. Кабачков. Из кабачков как-нибудь. Едем с Лориком, прикалываемся. Ничего там не надо было. Полный багажник пакетов. Совсем ничего не надо. Ни Лорику, ни мне. Лорика список она мне показала. Там несколько номинований. Там туалетная бумага была, ее нету, блядь. Ну, туалетная бумага. Список не выполнили. Легкое тоже не нашли. Зато по три пакета всякого чего. Знаешь, что это такое? Что-то... Ловушка для ос. Что-то туда надо заливать, наверное, надо почитать. И осы должны туда залетать и падать, и умирать. А зачем?
Тебя сколько раз осы кусали в отпуске? Ну и куда его вешать? Вон на дворе поставим. Ага. Или повесим, они туда будут залетать и умирать. А что туда, мед надо? Ну, надо почитать инструкцию, вот есть. Помести так. Добавьте небольшое количество приманки на дно ловушки. Вон, видишь, осы, и все. А чего приманку? Как мед? Ну, надо почитать на что. Ну, что-нибудь сладенькое, что они там любят. Ну, мед. На мед. Зубную пасту купила. Молодец. Дешевая. Хорошая. Халва. Какая халва? Это тараканам наполнитель халва. На, пожуй. Ну, похоже. Это дуняхи. Вкусные штучки. Шампунь. Это шампунь? Облезешь ты от него. Это раковину чистить, унитаз. Шампунь. На, бледного мента, отнеси туда. Это думки, она любит такие. Сосули. Сосульки. Это тебе, чтоб ты не похудел. Ни хера себе. Печенье. А блины теперь? Нет, сначала ты съедаешь блины, а потом печенье. Блины вот сколько? Вот я на блины пришел. Все надо в порядке очереди. Вот такие вот вкусные с этим, с вареной сгущенкой. Села передохнуть, поотвечать на комментарии. И мне пишут под моим видео, вот это вот видео «Россия – это сила». Там была Лия Хиджакова, про нее шла речь, но я ее вообще не узнала. Там только одна фотография была ее. Я знаю прекрасно, что за артистка. Мне уже стали писать в комментариях, что это Лия Хиджакова. Я ее прекрасно знаю. Но человек с годами меняется. Я ее очень давно не видела на экране, потому что я от слова совсем не смотрю телевизор. Просто не смотрю уже много лет. Коля у меня смотрит фильмы. Я много лет не смотрю телевизор. Я в основном читаю новости, либо это YouTube смотрю, ну, как-то так. И многие телевизор не смотрят, ни одна я такая. Вот, допустим, здесь, на этой фотографии, вы можете сказать, что это Лия Ахиджакова? Конечно, нет. И я ее тоже не узнала, по-моему, фотография была вот наподобие этой. Но не узнала я ее. Спасибо, кто мне написал, просто нормально. Типа, это она, все, я посмотрела, да, это она. Но один человек что-то какую-то дичь понес на меня, что я, типа, тупая и непонятно какая, дожила до своих лет и не узнаю такую знаменитую артистку. Ну, короче, у меня с головой это не в порядке получается, да, по этому комментарию. Этот человек сразу мне улетел в бан. Выложила гостинчики от папульки, снова витаминный набор. 4 мандарина, 2 киви, 2 яблока разных сортов, апельсинка, банан и постная еда. Икра из кабачков. Коля, кстати, мне помогает. Он подъедает из этих гостинчиков яблочки и подъедает мандаринки. О, Женек подъехал, моя машина приехала затонированная. Сейчас позвонит, выйду, рассчитаюсь. Вот, и покажу Колину машину, там тоже у него кое-что надо подделать по кузову. Ну, там две притертости есть. Спрошу, Женька, сможет он сделать или нет. Кажется, по кузову он тоже работает. Все, я уже дома, я уже давно занимаюсь готовкой, уже простирала машинку, пиликает, надо развешивать белье, постирала постельное. Затем сделала Коле завтра на рыбалку бутеры, как он любит. Он любит вот так вот с сыром, с маслом и батончик с кофейком. Возьмет на рыбалку, потом попросила оладики. Сделала целую гору оладиков, не умею готовить мало, но он их любит, он их трескает с вареньем, с медом, с чем угодно. Возьмет на рыбалку, а что не возьмет, съест дома. И вот в светофоре я купила банку тюльки, купила просто ради прикола. Мне папа когда-то рассказывал, я не знаю, он это вспомнит или нет, но если он мне рассказывал, то я думаю, конечно, вспомнит. Я была в школе тогда, еще была маленькая, когда он мне эту историю рассказал. В школе училась у них девчонка, звали ее Юлька. И кто-то из класса вот от такой банки тюльки отрезал вот так вот букву Т, и получилась Юлька в томатном соусе. Тут еще не разделанная Юлька, прости меня. Вот, поэтому вот такую этикетку налепили на девчонку сзади на школьную форму, и все ребята смеялись. Поэтому я ради прикола купила вот эту баночку, она миленькая-миленькая, мне так кажется, тюлька, хотя тут вроде как и кусочки. Ну, что-то для меня тюлька это что-то мелкое. Вот. И эту баночку я задарю папе. Память о школьных вот этих вот шалостях. Снова у меня перекур, снова отвечаю на комментарии. И мне пишут, что мои видео даже не прилетают в рекомендации, хотя люди подписаны на них с колокольчиком. Я хочу сказать больше. YouTube мои видео блокирует. Вот
Здесь видео, ну, вы уже его увидите, здесь просто недоступна монетизация. Ну, тут такие копейки, это монетизация. Что толку мне от этой монетизации на данный момент вообще нет. Вот это вот видео, видите, ограниченный доступ. Гляньте видео, сколько? 31 секунда. Короче, мне запретили выкладывать это видео. Это не одно видео. Этих видео у меня было несколько. Просто YouTube сказал, что в этом видео что-то такое, что ему не нравится. Сейчас я посмотрю, могу я ли вам показать. Короче говоря, это видео было у меня 45 минут. Здесь была жестокая правда, у меня называлось видео. Зеленский скрывает это. Просто все, что творится на Украине. Все, что показывают у нас на наших каналах. Все-все-все я здесь собрала до кучки и выложила видео. И что вы думаете? Мне сказали, что вот этот кусочек и вот этот, вот этот, и вот этот, вот этот. Короче, не подходит для публикации на YouTube. Из 45 минут YouTube сколько оставил? 31 секунду. То есть 31 секунду вот он мне разрешил опубликовать. Ладно, как есть, так и есть. Буду публиковать то, что мне YouTube дозволяет. Ну и все. На сегодня я буду видео заканчивать. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.